Еще несколько лет назад, когда Казан Саммит только создавался, речь шла лишь о знакомстве с исламским банкингом и его работой. Сегодня Казан Саммит – это огромная площадка для диалога России со всем исламским миром. Но вопрос исламских финансов по-прежнему остается главным в повестке. Связано это с первыми шагами Татарстана в развитии партнерского банкинга и с возросшим к нему вниманием со стороны руководства страны. Свой вклад для достижения большой цели, поставленной перед собой Татарстаном, готов сделать и Казанский федеральный. Для того, чтобы любое дело начало работать, прежде всего необходимо внести или создать законодательные условия для его работы и обеспечить эти учреждения соответствующими специалистами, которые бы понимали в этом деле. И вот в целом эта работа возлагается на наш университет. Если говорить же в объеме Российской Федерации по работе с исламскими странами, то Казанский университет традиционно является основным университетом Российской Федерации, который выстраивает партнерские отношения с референтными вузами в исламском мире.